Так, ребят, стоп-старт. Двухминутная задержка. И go4sc мы смотрим. Так, нет, Snute нам нахрен не надо. А, Блая идет. 1-0 уже с Соулом, смотрите-ка. В 1-4 к Снуту Джеральду он потом может попасть. Дай чуть-чуть рестримчика сейчас. Так, прошу заинвайтить. Всех прошу заинвайтить. Кто первый, короче, меня заинвайтит, к тому и зайду. Если заинвайтит, конечно. Блая уже 1-0 ведет, я насколько вижу, по польскому стриму. И у Блая уже лейер, посмотрите, во второй игре. Сейчас сетку впилю. Так, ну что, Блая третья, шпилю. Любит он таким стилем очень сильно играть. Ну, к чему этот стиль приведет, я не знаю. Сейчас на обратка посмотреть, он же сам наверняка стримит тоже сейчас. Вот. Да, так оно и есть. Так, кстати. Так, тут у Блая какая-то движуха идет, но мутка уже полетела харасить. Посмотрим, сейчас что на харасить. Сейчас я пару изображений возьму. Так, пошел инвайт, браток, инвайт. Это отлично, ребят. К Пашане сейчас пройдем мы туда. Так, какой у нас счет там? Счет никто. Паха. Говорит, что 1-0 он ведет. Отлично. ofensywnie są, zauważmy. Chociaż nie, przepraszam bardzo, teraz wyjdzie. Okej, to jest strzeli może tego Wylorda. Tak, тем временем Блая тут соулом бьется. No nadają się bardziej od... 2-2 там у Соулу пошло. Блая 1-0 ведет. Давайте смотреть из игры, потому что из игры круче. Очевидно, да? Так, например, вот сюда можно его поставить. Я думаю, здесь не будет висеть Авers Nerch. Где ты видишь Авers Nerch? Аверса Nerch нет матча. Уже давным-давно. Так-то я тебе скажу. Через 24 минуты, кстати, ОСЦ будет вот этот турик у нас. Насколько я понимаю. И Паша ведет 1-0 против Пингвина. Молодец. Значит, из фонда поддержки StarCraft'а он должен за такую стадию уже что-то там подрезать. Плюс и здесь еще нормально все можно сделать. Попасть в финал и порадовать всех нас. Причем там какая-то долгая-долго макро игра была, там с рейвенами, со всеми делами. Ну а я вас всех приветствую. Просьба, естественно, подписываться на премиума. Отключайте отлоки. Поддерживайте меня и мой канал по реквизиции через плеер. Всем за это громаднейшее спасибо. Кто так делает? Колизей и данный турнир на go4sc я выложу. За Блая тоже будем болеть. Смотри, браток рипером прилетает. Уж неплохо здесь все делает. Пока что я уже забегание всякие от Блая. Ему выносит 6 часов сейчас. У него все очень плохо в этой игре, по-моему, второй. Пристройка готова. Да, ему-то и было отбиться не может, короче, все плохо, да, там. А здесь тем временем полетал Паша, рипером пострелял, не убил им ровным счетом. Ничего, за что-то там заставил отменить вообще. Естественно, есть задержка. Хитро Паша от собак ушел, обманул просто корейцу. Просто не туда полетел, куда он ожидал, и все. А он и не понял. Так, третья цеха. Здесь уже непонятно, мех это будет или... А, это мех будет. Вторая фактана, реактор. Необычный такой бил. Блин, Паша-то молодец в последнее время. И тащит его второй StarCraft, и в первый там поигрывают. Так и надо, я бы сказал. Так и надо тащить. Так, с 4 гелика у нас в наличии есть. Заезжают, дрончика минусуют. Здесь рипер плетает, дрончика минусует, браток. Залетает на мейн, можно вниз прыгнуть, сейчас было бы назад. И собаки бы не догнали. Сейчас залп должен быть по рабочим. Хороший должен быть залп, Паша. Ну как так-то, ё-моё, собаки набежали. Как-то, вы знаете, так тяжело все шло. И вот сразу гелик стек разбился, геликов. То есть они не в куче ехали. Там один что-то атаковал, потом еще один. Не очень. Но все-таки в итоге залп Паша сделал. Ну какие-то такие они. Так себе эти залпы были, как вы видите. Ну а играет он мех в итоге, очевидно, абсолютно. А кореец делает пингвин сейчас нидус. И если браток этот нидус отбивает, то у него вообще все ништяк будет. Но на мейне вообще нет вижена. Зато есть уже два циклона. И сейчас еще будет один точно. И еще один в перспективе. Мулы полетели. Лимита боевого поменьше, но рабочих много. Армори есть, то есть хелбаты против нидуса будут. Вот он, нидус пошел, браток, вид спалился, нидус. Ё-ма, он даже не в темную зону поставил. Трансформирую хелбасьон с братюня, быстрее подъезжает. Трансформирует, отлично, точку сбора сюда. Если нидус сейчас Паша отбивает, так у него вообще все хорошо. Так, ну что, отбился враток. Еще один нидус сделан. Вон он на четвертой базе. Там на третьей базе, простите. Но здесь хелбаты, ребят. Здесь... здесь эти... Как их, циклонов много. КСМ-ки уезжает, враток. Что ж ты боишься-то на 64 лимит, на 34 боевого? Нет, здесь есть что бояться, да. Действительно, лучше ЦЦ-ху увести. Просто подотстроиться, танчик отстроить. На мейне нидус пошел, браток этого просто не видит. Надо зайти на мейн, КСМ-ок надо... Неужели таким калом просто тупым расшатает кореец Пашу? Я думаю, что Паша должен отбиваться здесь. Все так, нидус будет уходить, кореец, естественно. Здесь на вторую базу врыв, рабочие переселяются, вон в нидус сел, ушел из нидуса. Нидус прямо на вторую попер. Роучи заходят прямо на хелбата, трансформируются. Ну циклонов-то сколько много уже стало. Вижу, первый танк готов. Танчик нужно вот сюда, вот к рампе. Просто засиджить, короче, и все нормально будет. Спускается браток, танк не засиджил, это плохо. Ну как же циклоны разваливаются? +1, танк засиджился. 58 братка, 78 корейцев. Надо роучем не дать уйти, а ведь на мейне шанс есть нидус поставить. Смотрите, браток заметит, что мейн там, чертов, под ударом может быть. Ага, армори заблокировал, и шпиль пошел. То есть сейчас мута будет, который Паша не готов абсолютно, к сожалению. Кстати, есть ли тут сканы? Нет, сканов я не вижу. Но нужен Тор, нужен просто Тор, Паша, и все. Нахрен ЦЦ починить, даже не знаю. Здесь нужен скан, потому что криптумора есть две штучки. Браток пока не сканит, ничего не делает. Энергии нет, да, Паша. Сейчас просканил, гэста выпилил. Роучи на муви заходят на вторую базу. Здесь циклоны рядом, все нормально. Ну, кстати, муту можно с другой стороны циклонами. Вот здесь вот оверсира бы надо приехать, за оверсира забрать бы. Муту с одной стороны можно было бы циклонами подконтрить, но... Блин, и барак-то есть, который не летает, ничего не видит. То есть явно кореец уже свич во что собрался сделать, а... Так, опять нидус на мейне, опять браток не реагирует. Ну что ж такое-то, среагирует и Паша на нидус-то на мейне-то. А что у него есть? 13 роуч, у него есть, опять они вылазят на мейн. Здесь 3 циклона в итоге есть. Ну, нормально здесь циклоны справляются в легкую. Мута, кстати, шпиль готов, мута не заказывает. Сейчас 8 муталисков делает. Пингвин. Так, не всем пацанам успело. Время хватило, чтобы нидус сесть. Наконец-то браток захватил оверсира, минуснул сейчас. А муталисков отбить нечем, пошел... Так, пошла инженерка. Спорка под барак, ё-моё. Блин, печаль-то какая, а? Ведь так хорошо все, все идет до сих пор. Но мута, скорее всего, точку может поставить здесь. Несмотря на то, что циклонов много, захват, ну, слабенький у них против воздуха и... Хотя, с другой стороны, там, если двух муталисков, не одного, а двух будет браток захватывать, хотя бы можно попытаться что-то сделать. Инженерка есть, туретки можно запилить. Тор первый заказан. Да, где мутка? Мутка вылетела, вот она. А, она вообще висит, не летит вперед. У нас кореец. Скайм нужно кидать. Много роучи в одном месте вкопалось. Вот она, туретка. Не достает чуточек до роуча. Дома туреток вообще нет. Ну, зато Тор сейчас вышел уже. Куда он вышел, кстати? А нет, не вышел. Вот сейчас выйдет. Танчик на третий рассижился. Здесь туретчики пошли по периметру. Да. Отзаползала к роучи. Но муту. Паша, рабочий демадженый, реагируй на мутку скорее. Браточек, браток, реагируй на муталек. Так, с намейн в рейф идет. Здесь танки выходят. Но циклоны это единственный мобильный юнит получается, в отличие от торов здесь. Так, турель строится. Ну, кореец, черт побери, навыпиливал рабочую. Четвертая база, уже 1-1 грейда. Ну, у братка, например, вторая атака есть. Блин, сколько ж он рабочих наубивал. Много. 39-65, правда, здесь 8 в газе. Надо на третью перевести из этого газа. Паш, не видит тут 5 лишних на газу рабочих. Вот видит. Вниз, конечно, надо. А, это с другого газа были. Ну, здесь все равно много. На вниз вот сюда что-то переводить, по-моему, и обеспечивать добычу. На рампе здесь туретка. Второй туретка. Мутки все больше и больше, кстати. Торов будет еще, браток, делать? Нет, Тора 2 всего и больше не делается. Странно, это очень. Роучи сколько? 23 циклонов мяса, кстати, их унесут. Ну и 2 Тора, кстати, и муталисков могут держать. Так. А вот это очень плохо. Взломал тут оборону на второй базе кореец. Браток обходит через 6 часов. Кстати, вот отсюда крипто далековато. Здесь кореец не сразу увидит. То есть можно ворваться будет. На мейне одна единственная туретка есть. Видит, браток, куда мута летит? Да, видит, конечно, куда мута летит. И здесь выход хороший такой. Залетает. Сканет Паша Крип. Заходит сюда. Танки в Сидж просто и Хелбата затрансформировать. И все. Танчики Сиджи, Паша, Сиджи танки. Два Тора есть. Все, один грейд отменен сразу же. Роучи на подземном муве. Ну, что это мув делает? Две атаки против 1-1. Туреток в Амэне. Мута выпилила туретку. Роуч пад 127-180 по лимиту. Ну, боевой почти одинаковый, кстати, у братка. Беллингнес падает, Роуч урон падает. Хорошая работа, Паша. Вторая атака решает. Туретку вычинивает браток на третьей базе. Где же этот Тор-то спаситель? Вот он, Тор-спаситель. Ну, блин, он как-то... А, нет, долбит. Смотрите, муту с двумя атаками как долбит. Он долбашит просто, я бы сказал бы. 119-155. Есть бейны, но на мейне бейнов нет, ребят. Сплить, Паша, циклонов, сплитит циклонов, уходит. Браток танки подставился. Зачем танки-то подставил под роучи, под бейлингов, я не понимаю. Ну вот где бред был, вот где ГГ для братка было. Надо было наоборот танки сзади держать. А как хорошо атака-то эта шла, да, ребят? Если бы сейчас вот эти бейлинги так не зашкли жестко, то было бы... Все прекрасно. Вот были бы танки в Сидже, реально вот вручную одним танком в одну сторону, по центру другим в другую. Там полбеллингов за один выстрел бы они забрали вообще. Но они не были в Сидже, в итоге это плохая ситуация для братка. Хотя, в принципе, рабочие есть. Муталисков там 8 штук. 3 Тора танк, как бы, если Роуч сейчас не аннигилируют, по идее, циклонов просто добавить побольше и нормально может быть. Как бы еще мулы начали добывать. Вот сейчас повысится минеральный приход. Так, роучи заходят. Ну, нельзя их пускать сюда. Нельзя пускать, браток. Туретку минусует чертяга, а. Одну туретку сразу да поху надо перезаказать. Браток, кто понимает. Куда ты ползешь? Ты... Танк засижи, паштюня! Танк не засилит. Так, туры зал по мути дают. На мейне туритон есть. Везде тут туритоны есть. Танки заходят, роучи. Залпы хорошие, с плюс 2 танки дают. Но роучи живые. Блин, еще танк наминусовал кореец. Вот этот минуснет. Да, минуснул этот. Хорошо, 2-2 не доделались грейда. Мута летает по мейну на третий. Нормально, 64, 135. Нет, все плохо, к сожалению, по лимиту. Вы видите, очень плохо. Блин, какой же крутой выход был. Какой же крутой тот выход был. Если браток сейчас успел бы на мейн пройти. Ну, там не пройти было, роучи стояли. Слишком много бейнов, а бейны циклонов тяжело сплитить, они жирные. Как бы бейны в них замечательно заходят. И они зашли замечательно даже без покатушек. Очень проблема там была. Мута выпиливают, мейн. Уредку выпиливают. Ну, то там объяснит муталискам сейчас всем, что они не правы. 7,749. Здесь, к сожалению, тяжеловато. Опять танки не в сидже были в этот момент. Ну, тут вставание гигантское, но если бы они сразу в сидже были, так бы выдали бы там нормально демеджа по ним. Минки там рабочих своих взрывают, блин. Тора один бьется со всей этой стаей блох. Ну, везде, короче, роучи ползут. 14 муталисков пошло. Да, очень был близок Паша к тому, чтобы победить. Блин, если там сейчас еще и Блай сольет, блин, то совсем не очень будет. Как там у Блая ситуация? Кто-нибудь видит вообще? Нерч победил, кстати. Ина, то есть победитель этой пары с Нерчом будет биться. Сейчас я посмотрю Блая Соло, как там дела. Так, браток все еще делает. О, 150 Соло, 35 Блая, печаль у Блая какая-то полная, блин. Падает. Кстати, смотрите, как муталискому давал конкретно ГГ. Пусть браток 1-1. Прыгаю к братку. Так, ну что, вторая карта 1-1, посмотрим. В мехле Паша опять будет играть. Ну, с корейцем бьют, наверное, тяжело. Хотя на евро-то корейцу тяжеловато биться, на самом деле. Жаль, первую игру не видел. Я там какое-то макро такое знатное было, на самом деле, в первом карте тоже. Командный центр улучшен. Смерть на пороге. Так, цеха пошла. Вратка Рипер. Газбарак Рипер в цеху. Марик строится на всякие. А зачем Марик? Ну, типа, чтобы сбить овера, я так понимаю. Факта пошла. И сейчас реактор будет заказан сразу же под факту после Марика. Ну, тут Рипер прилетает, надо пострелять. Какой неофициальный турнир вообще, о чем ты говоришь? Турниры просто есть. А нет турниров официальных, неофициальных. Есть напрямую от Blizzard WCS серии, где поинты WCS-овские. Но это получается только сами WCS лан-финалы и отборочные по ним, и все. Онлайновые. Не знаю, как браток играет, но FP обычно зачем задержку ставить? Но если ты не параноишь, что тебя палить будут, то не ставишь. Если параноишь, что палить тебя будут, ставишь задержку, как бы получается. Зададим им жару. Ну, а правило в игре, когда стримишь с задержкой 2 минуты на go4sc2. Жёг тут две собаки, братюня. А Рипера зарегенил, надо вот сюда заезжать. Сейчас, кстати, армори добавляется ранее. Вторая факта, опять меха, третья цеха вообще. Ну, первую я видел, что там очень-очень поздние стадики, карапторы, рейвена, там это жесть вообще. Так, ну что же. Пошла атака на мэне. Опа, анца. А это Чезариус в стиле Дарка. Роучи Реваджера Линги от, вы видите, Пингвина, соответственно. Браток отъехал тут в бок немножечко. Вот есть же барак, взлети ты, подсвети овера, блин, ближнего. Браток проска... Куда ты уехал-то? Мимо всего, браток, уехал сейчас. Какой фейл просто. Паша, что ты делаешь? Какой тупеж дикий вообще сейчас происходит. Просто мимо Чиза уехал оппонента сейчас куда-то. Куда ты уехал-то, ё-мо? Здесь бейлинги поперли уже. И стоит, ничего не делает, главное самое. Так, стенка готова на хелбатов трансформировать. Здесь готовы циклон. Так, циклоны плюс хелбат. На вторую заезжать. Что тут это третья хата? Беллинги идут вперед. Здесь одни гелики строятся. Ё-мо, одни гелики строятся. Браток на второй атакует, это ГГНчик, похоже, Паша. Слишком много беллингов. Здесь ему не отбиться, к сожалению. Я просто куда поехал, я вообще хер знает. Стоял бы спокойно, вот эти армия дома была бы с приростом, изи бы отбился во враток. Но нет, надо было куда-то поехать, непонятно куда. Здесь вместо хелбатов геликами дерется. Вообще странный момент такой. ДГГ, это ДГГ. Пингвин пойдет дальше, к сожалению. Вот. Да, ГГНчик Паш пишет. Так, а что там Блай? Давайте посмотрим. Блай еще не доиграл, что ли? Смотрите, когда Блай-то еще бьется у нас тут, оказывается. Еще лучше. Ale fatalnie. No limita ciut mniejsze była się równo. Albo dwa. Niektóre mają są mocno pobijane. Kiedy Medivac. Tak jest, są marudery w liczbie 4. No tutaj naprawdę bardzo ważne jest ogarnięcie właśnie tej bazy i będzie w stanie to spokojnie zrobić. Tak jest, tu jest zbyt dużo tego, zbyt mało życia, przepraszam bardzo. Słucha, to przekolna minusnu. Nawet wymikruje spokojnie według mnie tego ultraliska, chociaż właśnie teraz trochę przeszkadzają te budlingi, ale powinien to zrobić bezproblemowo. No właśnie, ultra się nawet wycofuje. Zniszczenie tej bazy jest ważne, bo na przykład ta zupełnie nie działa, więc zostaje, no, powiedzmy, ta. Tutaj jeszcze coś wybiera, na pewno ekstraktory są ważne, tak jak powiedziałem. I jeszcze drony. Ten ultralis, tak, zestrzeli go, to jest świetne, bo to jest kolejny 200-200, więc to na pewno... Mi się ultrało zaszatał, to są... ...który został też stracony. No i plus oczywiście wylęgarnie, jakieś tam drony, które popadają... Tak, dajcie-ка ja na Azję popróbuję schodzić. Tutaj podchodzi i on też trzyma trochę obrażeń. Co ciekawe, podchodzi i nic. Okej, okay. Wow, ten ultra to naprawdę ultajski to tak trochę jakby chciał, a nie mogło, a tymczasem także atak na dół, tutaj tylko mariny, ale głównie chodzi oczywiście o zestrzelenie bazy, no oczywiście tam jakieś drony jeszcze zostaną może ostrzelane. Tymczasem o nie, zła pozycja, co za bangal! Nie, dlaczego? Okej, okay, to jeszcze poleciały jakieś jakieś snajpy, ale wow, okej, okay, to jest fatalne. To jest jakaś fatalna pozycja. Tak, na Ameryki może to tak się idzie. Strzelały z energii. Te marudery dalej tutaj są, what the hell. Medivac, no nie, ten Medivac nic nie zrobi, może jakiś Viper go podciągnie albo coś w tym stylu. Jakby się zdesantował do mainland, to może by jeszcze można coś tam troszeczkę porobić, na przykład, nie wiem, zestrzelić Greater Spire, jakby zestrzelił Greater Spire, to było świetne. Ale chyba raczej się tego nie da zrobić. To jeszcze atak maruderami, no oczywiście już były tak poobijane, że no dobrze byłoby po prostu coś z nimi zrobić. O, może zestrzeli jakiegoś koruptora albo coś w tym stylu. No ten koruptor jeden? Nie, jednak nie. O, to już był taki troszeczkę... To już było trochę za dużo. Okej, okay, nuklearka. Ojojoj. Ojojoj, moi drodzy. Tak, ребят. Сейчас ОСЦ еще раз проверю. NiP сегодня играет, потому что интересно посмотреть было бы. Так, давайте. Так, ну что, Блайта тут сопротивляется все еще, может быть, имеет смысл Fajne snajpy był w stanie zastrzelić. Poka, nie spieszyć. Dosyć dużo ultralistów. Zauważmy, że to jest bardzo mało ultralistów tak naprawdę już w tym momencie. Głównie armia no, składa się z 7 Broodlordów, ultralistów jest 3 tylko. Tak naprawdę tego nie ma tutaj aż tak dużo, jak powiedział. Także zaraz zobaczymy co dalej. Są 3 ultrale, 4 Vipery, 7 Broodlordów, 50 Zerglingów. 114-132, что-то тут у... Tutaj także atakuje jeden samolot, Maruder powiewa tutaj na morzu harasu. Tak jest. Okej, okay. O wow, jak on tutaj po prostu jest zaraz po czyści, że nawet ta wylęgarnia padnie. Dokładnie tak, on po prostu to jest jedna z głównych baz, on wylęgarnię harasuje w środku. Если выиграет сейчас Сул, не, ну если Сул выиграет еще останется немножечко там, один тиран он против Снута. Я nic nie czułem, nie było żadnego laga. Okej, to jest w ogóle wyczunie. Także ja nie jestem w stanie im napisać nic. Okej, no nie wiem czy wy cokolwiek poczuliście, czy było cokolwiek widać, ale ja żadnego laga nie poczułem. Na OSC Słoń tam сегодня не поиграет просто. Я не знаю, сколько матчей там будет стримиться на ОСЦ, но как бы их много тут интересных очень. Например, NiP Laser, я посмотрел с собой. Thermal здесь есть еще. Cyan. Blaya nie ma za bardzo jak ekspować, bo po prostu cały czas go ciśnie Soul Maruderem. Soul i jego haras po prostu jest świetny. Rzućmy na tym opie. 62, typowe. 60 MS-ów. Jak zwykle. Jak zawsze. Także no. Матч там, конечно, очень много будет. No dobra, no to poczekamy chwileczkę. Wygląda na to, że Blaya tam jeszcze chyba odczuwa tego laga, czy coś takiego. I have 1k ping. Okej, dobra, czyli Blaya już potwierdza, że tutaj coś jest nie tak u niego. No dobra, poczekamy chwileczkę, moi drodzy. Zdarzają się takie rzeczy. No, internet jest jaki jest. Ukrainy. No, myślę, że to jest kwestia, znaczy w Polsce, to, podobno w Polsce jest nawet dobry właśnie, jak to wygląda, bo chyba najlepszy internet, jeśli dobrze pamiętam, było jakieś tam zestawienie, to najlepszy to chyba jest tam Korea Południowa, tak, Japonia i tak. Так, прыгаю в игру. Сейчас прошу варить, какая там задержка. Так, ну что, Cyan и Thermal, я не знаю, что там дальше будет, ну как бы я думаю, что... Блая, там 3000 пинг. Сейчас я смотрю по игре. Я почему сюда вписался? Здесь NiP, Laser, Thermal, есть такие игроки, Cyan. Думаю, должно быть интересно, но я надеюсь, что не все тут подряд будет. Самое интересное только матчи, как его стримится уже очень долго, иначе будет. Так, ох, ребят. 2 на 2 интерфейс у меня что стоит, да. Вот это бред вообще. Как, откуда он взялся вообще? Смотрите, сейчас я на секунду буквально отойду. Готов. Призыв готов. Призыв готов. Готов. Призыв готов. Кому навешать? Улучшение командного центра завершено. Давай, удиви меня! Прицеп готов! Так, все, здесь, кстати, надо переименовать. Прочь с дороги! Кстати, вот на этом турнире завтра Блая будет играть. В группе Б можно посмотреть будет. Попробовать. Понятно, правда, в какое время там будет проходить вообще особо. Зададим им жару. Готово. Так, ребят, сейчас ФП, сейчас Блая проверю, что там. Ну, 130 у Блая, 190 там, похоже, что Блая все. Вот. Панель снизу залагала, да что ты говоришь. Спасибо, Кэп, что сообщил. Здесь у нас 2 гелика, передроп 6 мариков минки идет от Ютермала. Посмотрим, к чему этот дроп приведет весь. Там 3 адепта, здесь уверчажа на мэне. Ну, сейчас может еще один уверчаж выставить. Да, выставляет китаец еще один уверчаж. Геликов отогнал, все отогнал, Ютермала меньше лимита, и обсервер есть. Панель восстановится в следующей игре, она просто для 2 на 2 стояла. Вот. Как бы. Так, ну что, Либератор плюс Марики залетают сюда. Сталкер, кстати, долго в рейнже Либератора были, но чуть по ним выстрела ни одного в итоге не прошло. И Ютермал в итоге действительно сливал сколько вообще дофига. Ну вот так себе ситуация, я бы сказал. Адепты за геликами, 2 удара даже нанесли адепты. Два адепта, точнее, один удар нанесли. Ровно через сутки. Ну, значит, в это время и начнется примерно. Значит, не слишком поздно. Значит, завтра можно посмотреть. Будет в понедельник. Завтра мы посмотрим, получается, Старлигу. 13:00. И потом посмотрим Блая, значит. Вот так вот мы сделаем. Кстати, ребят, сейчас вот эта карта кончится, я в следующую зайду. И в паузе я просто поставлю мастер Колизей вот на заливку на YouTube, потому что, ну, потом, чтобы побыстрее обработался он и побыстрее вы смотрели. Что-то, по-моему, здесь плохо все у Термала. Китаец-то молодец, Сан шатает вообще в хлам у Термала сейчас. Продолжает шатать Сан. Ну, 3 рабочих минус. Ну, ничего не потерял. Адепты дэмэджные, правда, в хлам. Ну, 10-3 Никс. 52. 3 пробки на 39 КСМок. Плюс 1 глефов, а робо работает. 3 вот этих ключевых здания как раз сейчас и бустятся. И грейды здесь будут еще делать. Там блинк дальше. Ну что, ребят, всех рад видеть. Посмотрим, я вообще не планировал ОСЦ это стримить, ну ладно. Вчера Старлигу до конца не достримил, не стримил ВЦС, отборочные европейские ушел пораньше. Ну, думаю, ладно, сегодня постримлю, так как что-то надо вам в воскресенье посмотреть вечером. Конечно, допоздна стримить не буду, но прям пару часов-то еще, видимо, постримлю я. Вот этот турнир. Блай, судя по всему, минуснулся на go4sc2. Да, Соул, Снут и Пингвин Нерч, одни зерги остались, кроме Соула там. Еще и Снута надо Соулу выиграть, так что хз, что там выйдет из этого всего дела. А здесь прода... О, хорошо, смотрите, как Ютермал напал-то. Сталкеры без блинка, он все сталкеры на мейне держит. Здесь пилонов миллион, ё-мо. Возьми ты всю армию в кучу. Наоборот, здесь адептов несколько оставь, если что, иллюзиями они придут туда. Ну, а так, чтобы втанчили, если дропа, поэтому сталкеров там держит. В итоге Ютермал одну атаку удачную провел, и все, он уже не отстает-то особо здесь, насколько я понимаю. И вижу, по рабочим на 10 минусе, зато по боевому несколько в плюсе. 1-1 апгрейды, у Протуса опережения нет. Третья цеха вот начала добываться. Кстати, сетку надо мне обновить, судя по всему, ребят. Какая у меня там сетка-то в описании? go4sc2, конечно. Сейчас я сетку поставлю нормальную, ребята. Турнир хороший. И стрим из игры. Оп, Минка там что-то где-то бомбанула. Адептами шатает там, я смотрю. Сан сейчас краем глаза, пока сетку вставляю. Вот у нас сетка, ребят. Панель нижняя в этой игре уже не починится. Еще раз повторяю, в следующей только она починится. 4 медивака дроп, сталкер с блинком. Да ты еще, я не знаю, ну... Встань ты здесь, чтобы если залетать будут, то резко подвлинкнуться и минуснуть. Если с краю так стоят, никто не полетит, да это, наверное, Ютермал и так бы не полетел бы, скорее всего. Так, адептики заходят. Минус медивак тут сбивается, по лимиту в плюсе, 4 Никс, там у нас 3 КСМ, 4 минуса, адепты телепортнулись, убогенько как-то они телепортнулись, я вам скажу. 5 рабочих минуснулось в итоге. Это немного, мягко говоря. А адепт слил, наверное, там больше, чем 5 даже. И Cyan 17 вообще за игру. Наверное, штук 70 слилось. Вообще, короче, нелепый харас какой-то. Делаются колоссы. Раньше уже есть, кстати, на одного колосса. Сейчас второй будет готов. Там 4 медивака улетело. Нужно как-то... Здесь пилона надо вот ближе к краю, на самом деле, ставить, стараться. Вторая форжа на мэйне дома. И первый старгейт, видимо, для темпеста в перспективе. 3 фотонки на 4-м Нексусе. Блин, Тhermal улетел просто не очень далеко. Отвел отсюда сталкеров Cyan. Вот они бегают. Куда? А, это вообще колосса. А в это время как раз и дропчик прошел. Можно плюс 2 отменить. Плюс 2, конечно, не отменил, но пилон минуснул. Грейды просто не делаются сейчас у Cyan. Короче, опять же, дроп зашел, и этот дроп переворачивает игру с ног на голову просто. Причем дроп очень большой. Здесь надо пилоны восстанавливать, пилон не восстанавливается. Здесь пришел у нас Cyan, а здесь Либератор Thermal, и он готов принимать просто. И здесь еще разменялся-то как хорошо. Thermal. На 2 хп тут сталкер оставался. Здесь еще и минки остались. Минное поле, блин, там такое. Сейчас минус обсервер будет. Повезло, сейчас будет минус. Бах, сплэшем снесло. Жесть, вообще, как все неловко у просто получается. Плюс 2, грейд еще не готов. Колоссу в башню прилетело. 1 хп остался. Он просто, он приуныл немножечко. Даже спиной отвернулся. Я, говорит, так не играю. Че за минки? Че за хрень вообще? Куда-то в башню мне бьют. Колосс такой, самый обиженный. И наземные его атакуют, и воздушные его атакуют, все его атакуют. Что за агрессия, блин? Товар в сталкеров идет сейчас сверху цанчиковских. 4 добывает, 70 пробок установил. 190 Thermal на 168 Цана. Грейд на Либераторов есть, плюс 1 на Либератор есть, делалось плюс 2. 3-3 Thermal, Денис не закал, набил. Ну тут какие 3-3 здесь уже... 7 Либераторов с рейнжом, а 3 строится 10 скоро будет. На мейне минка есть, Cyan, армия от не вся в куче. Третья атака, вторая броня заказана. Вынужден часть держать там дома. Попер скан. Cyan спустился под Либераторов, но он не достает полностью. Один колосс падает, Thermal сплетанул армию свою. Под Либераторов опять под блинк. Достаточно сталкеров? Нет, недостаточно, чтобы выбить. 1-0 Thermal, ребят. Загромил он Cyan сейчас просто. Бежит, колоссов аннигилирует и мортлов аннигилирует. Двух, кстати, одновременно пытается забрать. Но двух тут одновременно не забрать. Либера, у этого и мортлов-то минусни. О, минуснул. Адепт тут вообще против мародеров ни о чем. Сталкеры Либераторов все-таки забирают. Откатился здесь Thermal. 3-3 так и не закал, но мародеры зато с фугасами, этого достаточно абсолютно. 3-2 Cyan не доделал, в итоге не хватило времени. На вторую базу Либерок опять раскладывается. Второй прилетает, и еще 2. 4 вообще крышку просто. Оп, и закрыл. И ГГ Cyan пишет, все, нечего ловить. Какие там архоны. Архоны не могут блинкаться. А если бы могли, то это перебор бы был. Прикидываю, такой шарончик. Пиу-пиу, блинкаются. Вот мутка бы взгревалась бы там в стеках. Ну что, ждем хост. Так, ну я задержку 2-минутную не менял, чтобы после go4sc2 стоп-старт не делать. Все, Thermal 1-0. Все, пофиксилась эта хрень снизу. Глубоководный риф у нас карта. СМ готов. СМ готов. Так, ну что же, вторая карта у нас Thermal. В этой еще группе играет и Laser, и NiP. Например, Laser, NiP, PvP, огонь, там, NiP, Thermal, PvT, огонь, там, и Cyan, против них тоже хорошие матчи будут. Проц неплохой, также там еще есть игроки, я не знаю, по силе как они. Ну, Winter, там, Hyle, Nice еще есть. 6 игроков всего. Все матчи, конечно же, стримиться не будут абсолютно. Но часть будет. Так. КСМ-ка 5 хп осталось, ему надо домой, но уезжать. Сан испугался рипера и уехал. Поэтому КСМ еще выжил. А рипер сразу прокси полетел искать. Проверил и прям через пробку сейчас вылетит Thermal, смотрите. Хитрец какой, а? Или нет? Да. Пробка минус. Здесь Мазеркор Адепт без таргейта в робо играет. Прям надежно. Посмотрим, к чему эта надежность приведет. Здесь у нас реактор. Марики с реактора, факта. То есть, возможно, минка Марики передроп. Какой-нибудь такой будет. Рипер минус. Рипер минус и 2 адепта вперед погнали, а здесь твайлайт, погодите. Дарк дроп, что ли, не поняли, что за билд-то такой? Или просто... Уходят адепты. Кому навешать? Вооружен и опасен. Успел минку, смотрю, Thermal упилить. Пристройка завершена. Многие не знают, наверное, что это за турнир, ребят. Это OSC Masters. 100-й турнир, видимо, юбилейный. Они решили такой крупный достаточно провести онлайн-турик. Вот, 1000 баксов призовой, первое место пятихаточка. Приятные такие призы для онлайн-турнира. Потому что стандартно-то у них 75-25 баксов. То есть это еженедельники, да, получается. А здесь такой, типа, не еженедельный, а просто турик. Так, морд устроится, блин, делается. Цана. Третьего никса нет, улынку через двух баз, не пойму. Улынку, да. А у Термала танки ведь, между прочим, делаются. Сейчас второй барак на лабу перелетит. Да ну, три барака, какой улын. Не улын, но поджим пытается сделать у нас. Цан небольшой. Здесь два танка, как бы, поэтому без толку это все дело. Так, 82-86 по лимиту. И выход, что ли? Да, выход на щитах, плюс 3 танка, плюс Рейвен. Антиутермал, смотрите. Он решил, что сейчас что сделает? Ё-моё. Какой, блин, контроль-то задемоджил всех сталкеров, ничего не убил фактически. Медивак получил. Медивак подстроился сейчас, прошу прощения, у Ютермала. Интересный пилон. Дефенс трон Ютермал ставит сейчас. Рейвена слил в итоге нелепо. Зачем ты слил Рейвен? Загрузи в медивак. Прилети, да. Мазеркур минус, марики на счетах уже. Здесь 3 уже эмортла, ничего себе. Танчики птич. Танчиков Цан разобрал. Ну, Цан понимал, что ему нельзя дать вот сюда подойти тирану. И он не дал в итоге. Ну и Термал разменялся как бы. Ну вот здесь вот с этим пилоном как-то нелепо. Он очень в тему был этот пилон на самом деле от Протуса и зарешал. Потому что если не этот пилон, то мне кажется, что просто Ютермал бы сюда дошел бы и ГГ бы написал в перспективе Цантом. Стимпак был через 10 секунд вообще. Так, дилот минус. На третью забегание был. Смотрите, Ютермал по лимиту ведет 118-105. 5 бараков работает. Факта, соответственно, тройной дроп в район третьей базы. Там 4 эмортла, там архивы темпларов. Тут странный микс, не очень мобильный сейчас. Для ПВЗ нормальный такой, но не для ПВТ вроде как. Так, ну тут Сан прогнал Ютермала, но он разменялся. И вполне адекватно разменялся. Что-то обсервера нет. Где он вообще летает, обсервер? Один возвращается, Ютермал в это время сместил здесь удар в другом направлении, но тут готов просто кстати, минка могла бы сейчас по призме бомбануть, но где-то секунды не хватило и... Если чуть прожила подольше, то выстрелила бы, скорее всего. Блин, ребят, как-то мне что-то я устал сидеть. Надо сейчас будет пройтись, размяться. А то что-то прям реально. Блин, и забыла, что вот надо поставить на заливку. Ладно, сейчас поставим. Так, нашел трубку и термал минус с двух направлений, смотрите, ходит, шатает тут. Собирается, по крайней мере. База атакована. Хорошо, тут на второй термал заходит. Здесь два архона, которых Ютермал сразу же минуснул. На этом направлении решился. Ну как, два направления вот так вот катить, контролить не получится. Так, три сталкера на халяву, термик подрезал. Ну что же, что-то на меня какая-то слабость сейчас напала, я не знаю. Так, аккумулятор заряжен, ребят. Помните, кстати, про отлуки, про подписку на премиум, про поддержку меня моего канала. За это всем громадное спасибо, кто поддерживает. Мы смотрим OSC 100-й турнир юбилейный, где я могу стримить из игры. На go4sc2, к сожалению, наши все вылетели. Я еще только постримил кратко, но... Блая вылетела, браток вылетели, ну вот не стало не очень интересно смотреть go4sc2. Я пошел сюда. Здесь не зеркальные матчи, и группа интересная. И Thermal, и Laser, NiP играют здесь, Cyan, китаец, Nice, тайваньский игрок и Winter такой со шведским флагом, но он где-то в Азии, я так понимаю, тренится. Гаси Зилков снесло тремя минками. 200 в 150 лимита, ровно 50 разница. Рейндж либераторов есть у Thermal, и 3-2 грейда делаются, а здесь 2 брони всего у Цана, и только Робу Б он сейчас делает. Короче, все невероятно плохо у него. Ну и Thermal решил, что не будет мудрить, по четвертый ник сейчас придет. ДНД вручную надо врубать в этом интерфейсе. Ctrl-Shift-G. Я постоянно их забываю врубать. Вот, и поэтому, блин, сегодня что-то вспомнил и врубаю. 104, 184, ребят, Thermal давит. 2-1 грейды против двух брони. Второй брони. Колоссов нет. Нету штурма. Только сейчас дестабилизаторов делает Сан. Ну, тут в молоко залпы идут. Дестабилизатор минус, архона минус. По-моему, без потерь вообще Thermal дерется здесь практически. Здесь, а нет, забегание в ответку идут. Там вот потери есть. «20 рабочих потерял», ну, смотрите. Так, это эпохи падают. Что здесь зелки забесновали, забуйствовали. Ну здесь не просто не отбиться просто в лоб, вот в чем прикол. Ай, ну если вот так вот будет заходить, то он может и отбиться. И Thermal, ты что творишь-то? Опять залп, нет, больше залпов не проходит. Дестабилизатор падает. Зилки уже на мейне, но тут либератор есть, и можно разложить его, как бы минуснуть. Но это 2-0 все равно, ребят. Все равно 2-0. Просто аннигилируют Thermal, что вторая атака на воздух будет. Да, делается по земле, все, ГГ, Сан пишет, не знаю, какой матч сейчас будет далее, но я жду любой. А, я пока на YouTube заливаю мастер Колизей. Ребят, кто шарит, кстати, такую тему, я хотел спросить. Блин, с задержкой, конечно, неудобно это все. Начало выскакивать у меня сообщение, типа, что... С винтом все плохо, там срочно заархивируйте, там типа Windows сообщения. Вот. Ни с того, ни с сего. Как бы я подумал, вирусня какая-то, доктор веб скачал, да, там нашлось как-то пару троянов, удалил их типа. Вот. Но она все равно выскакивала при следующей перезагрузке. Я погуглил через Windows, отрубил просто, короче, ну, в настройках это все дело. Вот. Кто шарит-то у нас? Может быть, это действительно с винтом что-то не то. Не хотелось, чтобы мои съемки все на камеру пропали. Значит, надо в любом случае винты мутить будет в ближайшем будущем. Хер знает, что такое вообще. Ну, бесячий такой прямо выскакивает. Короче, херня какая-то. Может, кто встречался с такой темой? Inko zakazną. A raku upadł. Tak. Лазер против Цанчика сейчас посмотрим, ребят, мы. Интересный матч, спасибо, добавили, пацаны. Так, какое сегодня 20 число? Набитые сектора любой утилиты. Да надо заморочиться, я просто боюсь, блин. Я отключил сообщение, а вдруг он помрет, ё-моё. Винт этот, блин, у меня там почти 400 гигов, ё-моё. То, что я лично сам снимал, там ребенок и везде, и Максы всякие, там куда не ездил, и геймерские всякие движухи. Вот, так что... Так, секундочку. Сейчас мама звонит, отвечу. Да. Так, все, я здесь. Так, все, я здесь. Да нет, система-то у меня на SSD-хе. У меня SSD-ха, как бы, ED, куда воды пишутся и где все хранится, как бы, это там обычный винт. Я не помню, сколько он там, терабайт, что ли. Надо купить уже побольше. Да, он на терабайтовый, как бы, надо, наверное, на где-нибудь, может, 4 взять. Или на сколько, какие сейчас там винты есть. Так, чтобы не супер, ну, по цене качество было разумно, как бы. Ну, этот-то уже старый, поэтому достаточно. Вот. Да нет, запчасти какие нахрен, не запчасти, еще морочится там что-то. Вот. Короче, этот... Ребят, Cyan против Лейзера. Начинаем, просто начало сообщение. Это выскакивать еще. Поддепанил, отрубил все нахер там в винде, короче. Чтобы оно не вылазило. Ладно, в любом случае в понедельник будет там челу звонить. Его надо будет 100% что-то придумывать вообще. Не, винда-то, конечно, не лицуха, естественно, нет. Не, мучу, естественно, может, с компом, когда продает сюда, у меня-то нет, как бы. Ну, я думаю, что да, может, что-нибудь там, это... Как бы подобновить, что-то, не знаю. Равно разберемся, все скоро, в конце лета, думаю. Ну, как подвернется вариант, надо компеть, грейдашить, блин. Там как раз вроде у чела есть прот с мамкой. За 45 рублей там какой-то. Там 7-й, 6950, что ли, там, или что-то такое. Забыл я уже какой. Ну, вот 6-ядерный какой-то там. Ладно, спасибо за советы, короче, разберусь. Спасибо, вы пишете мне название, но один хер я сейчас не буду ничего переверять вообще. Вот. Ничего, спасибо, короче, за информацию. Просто я подумал, к чему, может, какой-то конкретный вирус, если кто знает, что такой дает. Потому что, ну, он реально, ну, ни с того, ни с сего, как бы начал такую шляпу. Это я подумал, может, какая-то херь, короче, какая-то сейчас такая появилась. Хотя, я говорю, доктор Вебом нашел там что-то, но как бы все равно не прошло. Вот как нашел, в тот день, пока не выключал, не выскакивал. На следующий день переключил, опять такая шляпа сразу при включении, как бы, оп. Думаю, ах ты падла. Так, ну что же. Криптуморы тут летают, Cyan шатают, а Лейзер масит рвущий. Какой-то агрессивный у него вариант билда, как вы видите. Здесь только-только архивы пошли темпларов, как вы видите. И эти архивы темпларов, конечно, хорошо, но газа на третий нет. Вот как вот нахер те архивы темпларов... Если ты газ на треть не строишь, ну что за протасы такие, блин? Если ты пушишь, да, как бы нахер он не нужен. Но если ты выходишь с технологии на третьей базе, вот как только она готова, она сразу газ ставить. Просто газ это просто сверхнужный ресурс. То есть это и архоны, и штормовики, сентри, все что угодно, блин. Или он здесь, а, он типа их ставит и пушит. Ему на пару архонов, видимо, и хорош, типа. Считает Cyan, видимо, да, два штурмовичка варпятся и все. И пуш пошел. 124, 156. Так и Лейзер своим билдом изначально даже не хотя, может быть, не понимая, что это пуш. Уже этот пуш контрил, получается, своим пушем. Так, роучи идут вперед. Есть скорость роучи? Да, скорость додел. Часть заходит в тыл Цану. Две сентрилы тут, пожалуйста, находятся. Вообще мимо побежал. И Лейзер решил, что он вообще бычара. И здесь ему хватит, и там ему хватит. Здесь-то одни реводжеры почти, между прочим. А реводжеры против чарженных стрелков, это так себе затея, я вам скажу. Так, заходят роучи, адепт он падает. Здесь роучи попали в ловушку, но функцию они свою выполнили. Они оттянули протца немножечко, во-первых. Во-вторых, пошатали. Здесь делки буйствуют, рабочих выносят. И Лейзер отступил. И посмотрите, по лимиту 134, 43, 62 пробки на 42 дрона. И Laser проиграл, по-моему, эту игру. Пока он даже сейчас вот вперед пойдет. Здесь золото, конечно, инкам неплохой дает. Сейчас Архунов добавится у Циана Зелков. Нахрен ты лезешь вообще, Циан? Куда ты все прешь-то, блин? Все там где-то сзади бегает. Посиди ты, подожди немножечко, да нападешь потом. Так, призма разложена, фаерболы на призму не летят. Фаерболы летят на Архонов. Блин, делки Архона просто в реводжеров врываются, и реводжеров топчут вместе. Вместе с роущими и с собаками. Все, минус. Архоны с флешем просто заваливают вообще здесь все. Фаерболы в молоко вот летят. ГГ, и Laser пишет. Ну, потому что надо вперед сразу идти было, либо отбиваться всей армии вообще. Так, спасибо за сайт, ладно. Еще хрен знает, этой Виктории пользоваться-то просто там вообще еще там. Не хочу там долго прям читать, сидеть все это дело. Так, прыгаю в игру. Чё, гоу-гоу-гоу, поехали. Так, до Колизея 2 минуты осталось. 1-0 Санчик с Лейзером повел. Неожиданный Laser, который там Зеста шатал на Home Story, я не знаю, или каких-то там еще турниров в группе просто убивал. У него ПВЗ очень крутое, его, блин, просто шатает Сан. Ребят, рекламу пильнул, стримлю для вас данный турнир. Вот, ну, постараюсь до конца стримить в воскресенье. Вчера извиняюсь, но вчера просто великолепная погода у нас была, короче. 29. Дед позвали на день рождения, ушел пораньше, не достримил до конца Старлигу. Вечером был грозовой шкваловый ворот, у нас гроза. Но он прошел как-то ночкой мимо, потом я смотрел фотки в Питере, там адок был. Но вот как раз он в северную сторону туда ушел. Через озеро, но, видимо, такой фронт был очень большой, потому что и здесь был, если и там, то есть это он 300 км протяженностью, получается, был. Так, здесь стеночку Циан запилил, пробку оставил в проходе, короче, делает еще зелка. Потому что Laser пул первый делал, а Циан разведал, просто пришел, вот и все. Зила, то есть Зила там четко контролит, не дает собакам пройти. Здесь стрёмно, один удар осталось ему хпшечки. И вы понимаете, что такими собаками ничего не сделать, даже один Зилок их порежет очень быстро. Вот, нет, в данном турнире достаточно много еще игр остается. Я не знаю даже, сколько там игр будет еще. Там по две пары одновременно, я так понимаю, пускают. Nice против Thermal бьется от Санса Лейзером. Еще НиП здесь играет в этой группе. Ну и нужно бы сейчас... Потом... Я вот хочу НиП и Лейзер посмотреть. НиП и Thermal. Thermal там Лейзер. Thermal Сан мы видели уже. С Сан и Лейзером смотрим сейчас. Сан, НиП там, я не знаю. Ну, посмотрим, какие куда получится, туда и ворвемся. Так, домой мне жене позвонить сейчас будет. Она приехать должна скоро. Мама с Чарликом выезжает. Так, 15 лингов есть у... и Лейзеры, ребята, и посмотрите, они забегают. Здесь раз дроп будет на мейн сейчас. Прям на сталкера. Оверы со скоростью уже. Собаки все новые подходят. 4 королевы полетело вперед. Это с двух баз сверхранние линга королева прессинг. Но! Тут уже практически готов даркшайн у Циана. И, конечно же, для Лейзера, блин, это не очень хорошо. Потому что если сейчас успеет Сан хоть дарков там пару подварпить, королев они порежут просто нафиг. Адепт дома отбьется вместе с рабочими. Хорошо, смотрите, с адептом здесь бьется. Все, дарка, один варпится вниз, один наверх, можно варпануть сюда. Газа есть, газ не хватает. Оверчаш, нужен срочный оверчаш, выставляется на пилон. Дарк не пускает собак всех пилонов. Еще один дарк варпается сейчас. Пилончик почти упал, но почти не считается. Два гейта восстановлено здесь энергоснабжение их, этих двух гейтов. Газ добывается. Здесь внешний радиус, в общем-то, ну, внешнее направление закрывается, соответственно, пилончиками двумя. За ними стоит один адепт. Сейчас еще два гейта заработают. Еще дарка надо варпануть. Здесь... А, лейзер сделал. Кстати, лейер это интересно. Сейчас оверсир будет заварплен. Получается. Очень-очень скоро. Да, вот оверсир варпится, смотрите. И дроп-овер живой. Королева энергия тратит, но живут при этом. Здесь еще один гейт добавляет. Все, теперь и не выйти сюда. Вот сюда можно пилон поставить. Один-то можно врубить. Этот гейт и не врубишь уже. На мэне опять королевы дропнулись. Вот он, уверсир прилетел. Ну тут дарки. Да, раз дарк минус, два дарк минус. Похоже, 1-1. Зилок варпится. Архона уже слил, я не знаю. Там лейзер. Сан, точнее, Архон не слил. А, здесь, короче, отменил гейт с кем-то заново. Собаки продолжают нагрызать. 26 рабочих-то нормально еще осталось. Ой, что мешало, бля, на Архонов-то слить? Здесь вот Архона можно подслить. Здесь Архон будет, я не знаю, такой юнит доминирующий просто, что жесть. И королев с флешом там бонусом резать будет. И собак. Все, дарки что-то сливаются. Здесь один адепт, еще один варпится. Пилон пробивается, гейт пробивается. 3-4 действия по лимиту. Не 1-1, ребята, похоже. И Лейзер смог таким чужом сверхагрессивным убить Циана теперь. Прям реально хрен отбиться. Так, все, обрабатывается как там его этот Мастер Колизей турнир. А мы продолжаем смотреть. Данный турик, блин. Это Бо-2 типа, что ли, у нас группа? Похоже, что да, потому что ничего не создается пока. Ну что, ждем каких-то матчей мы. Каких, я даже не знаю. Сан, повтор там смотрит. Да. Топ-3 выходит. Раунд Робин, Бо-2. Так, и Лейзер и Thermal сейчас будет. Так. На Европе, видимо, будут играть. Так, вот он Варди здесь. Так, отлично, сам прыгнул. Что-то там кто-то хостанет, может быть. Другой, я не знаю, что-то в арде вышел сейчас. Да, нет, варди хостанул. Так, ну что, и Laser, и Thermal, поехали. Интересный матч. Бо2, кстати говоря. То мне НиП и Thermal, НиП и Laser будет. Так, ну это Бо2, ладно, короче, Бо3 буду ставить, что типа у нас тут двойку впадло рисовать. Так, винда, какая тиражская мне винда? Зачем тебе эта информация? Ну, а так-то у меня 7-я винда. Вот. Не запаривался с новой виндой. Ребята, Laser против Thermal у нас игра. Вот. Через Рипера смартанул Thermal, КСМ-ку там потерял в разведывательную у нас. На лингах. Ничего страшного. Laser прикольно крип тумор ставят. Сейчас вот он отсюда сюда распространит и сразу пил, и к третьей базе пойдет крип. Но зато нет на основном направлении крип тумора. И на мэне сразу крип тумор. Смотрите, вот то очень многие зерги сейчас курили, что чтобы Харас на мэне заходил. И вижен дает, и удобнее передвигаться. На самом деле на мэне крип тумора тоже не помешает никогда. Вот крип сразу дальше. И почти на третьей базе. Оказывается, сейчас базы будут соединены моментально все. Вот. А Thermal тем временем Геликов делает вторую факту. Делает. Так, факторка садится. Еще гелики заказано. По 4 гелика делают сейчас у нас ютерон, кстати, они на скине, кстати говоря, такие интересные какие-то. Как письки из дот, из этого, из Дюны. Чем-то, да, похоже? Были там такие даже. Перевод такой был. Как я сказал, переводил. Чего играл, какая-то старая там Дюна. Так, ну что, 4 дрона минус. На 4 гелика вообще ни о чем размен, конечно. Еще гелики поехали. Особенно учесть, если что, здесь циклоны делаются. И тоже они со скином, кстати говоря. А, это уже новые, видимо, скины подъехали. И Thermal выдал, по ходу дела, уже этих юнитов. Прогрозая здесь Laser камешку удобнее проходить было сейчас. Сейчас, кстати, я переименую. Везде все переименовал. Так, ну что, Лазер там много достаточно роучей делает. У него 17 есть уже на 50 рабочих. Понял он, видимо, здесь две факторки и вперед попер. Так, Ютермал играет мех. Я первый раз вообще в жизни вижу, чтобы Ютермал мех играл. Он на самом деле всегда играет в био практически. У него контроль био хороший. И вот я первый раз в жизни вижу, чтобы он мех играл. Может быть, он уже давненько его поигрывает. Вот за Европой меньше, чем за Кореей приходится следить. Турниров-то не, ну... Здесь ВЦС отборочные, в основном, куда я в игру попадаю, всякие... Не попадаю даже. А в игру только на go4sc2 попадаю, а рестримить что-то, хз, там, что рестримить, как бы. ГГ, пишет Ютермал, ребят, он просто его роучами разнес и Laser вообще. Китер там добавляется. Прыгаю к варде. Так, ну что же. Laser 1-0 повел роучами, как-то минуснул. Ютермал необычную для себя гелика циклонов играл, просто непонятно. Можно вместо аренды облака важные данные бэкапить на комп другую квартиру. Но это совсем дорого другую квартиру покупать, чтобы туда еще данные на комп бэкапить, блин. Проще уж тадись новинку купить. Второй. Так, ну что же. Развить идет 17-я хата, Газпул и Лезер. Здесь Рипер строится. Опять же, Газбарак в Рипер в ЦЦшечку. Гусли Рипера Марик или реактор сразу? Нет, Марика не будет, но реактор сразу и Фермал. Ну куда? Тут газ быстрее накопится, то есть Марик бы задержал бы сильно реактор этот. И перелет получается, факты туда. Ну что же, Рипер полетел. Тут Бо-2, ребят, то есть независимо от результата этой игры, это крайняя игра здесь получается, да? Ну а дальше должно быть у нас НиП против Ю-Термала. И Лейзер против НиБа. Это, видимо, на американском сервере будет. Так, ну что же. Третья хатка у нас здесь, получается, ставится. У Лейзера Роуч урона нет, зато есть скорость с собаком. 4 собаки плюс 4 добавлять. Будет 8 сейчас лингов. Геликами жёг сейчас Ю-Термал. И минки какие-то, ё-моё, на скинах вообще. Все Ю-Термала на скинах каких-то жестких, какие-то мины. Что это у них за непонятные такие листы там? Навешаны какие-то, я не знаю. И дропчик полетел, смотрите. Того дрона Лезер с форку превратил. Минка успела стрельнуть, но такой вот отсюда сюда, приколите, прилетела. Просто. И в итоге 3 дрона Минка забрала, еще 4 гелики забрали на мэне. Суммарно 7 минуснулось. Неделак тоже со скином, кстати, вы видите. Полетел домой он, этот медивак. Так, вычинивает Ю-Термал геликов, а армора нет? Не, нету. Было по арморе, сейчас вычинил бы медивак, трансформировал бы медивак, за бесплатно бы вылечил. Понятно, GTI, но как бы здоровый урон. Мексиканец это дичь. ducks. Пошли до пушечки. Стенки тут Ютермал делает. Не, ну вначале Ютермал достаточно удачно действовал вот этими дропами, я должен сказать. Но Лейзер 7 рабов, это как слону дробина, он уже 70 дронов плюс имеет, как бы. И столько же боевого лимита, не особо отстает по апгрейдам. Лейер уже готов, 1-1 делается. Гидроден делается, готов, точнее, по катушке лингам заказано. И скорость гидре заказана, и есть уже 300 газа, это на 6 гидралов хватит. Но минералов пока не хватает, на самом деле. Привет, говорю, урон, задержка 2 минуты, блин, ребята, ну, помните об этом. 3 гелика, марики, соответственно. Здесь стенка на третьей базе есть, на второй стенка. Вроде все везде прикрыто. Значит, большое количество юнитов у Ютермала дома остается-то в итоге. Сколько геликов? Лейзеру, да, 11 штук уже есть. Танчиков и Ютермала нет, вообще микс. Ну, против вот этого всего дела на крипе тяжеловато драться будет Ютермалу. Линго-беллинги будут докатываться, и гидра, блин, очень быстро будет врываться, на самом деле. Хорошо Минка зарядила перед гибелью своей. Так, ну что там, собаки убежали, соответственно. Наверх Ютермал бегает по центру, взад-вперед, все контролит. У Лейзера уже Хайв пошел. То есть Хайва тайминг даже под 2-2 заходит. Тайминг очень хороший. Крипа не очень много, правда, но рядом с базами Лейзер силен достаточно. Так, ну что, Ютермал тут продвигается, четвертый. Тылы Лейзера ему заходит, с двух сторон пытается бой принять, но тут тоже вовремя прирост подошел очень. Отвлек немножечко Лейзера Ютермал приростом своим. Продолжается здесь движуха, ядра отвлеклась на дроп, который сверху был. В итоге вроде как и Лейзер живет, но Ютермал продолжает прессовать. (110-115, скажешь, смотрите, Ютермал давил и продавил в итоге. Медиваков очень много. Ну, точь вовремя прирост подошел. Сейчас Лейзер бы в клешни Ютермала взял, если бы не тот прирост, который отвлек атаку Зерга. В итоге Лейзер третью базу потерял. Правда, Ютермал 11 рабочих минуснуло, 35-72 по рабам. Но из-за этого боевое двукратное превосходство просто Ютермала. И даже если бы... Ну, тут беллинги не могут разобрать. Сплит очень хороший. Так, гидры мало остается. Грейды 2-2 в 2-2 милично. То есть гидра с двумя бронями и с 0 атаки. Я уже на это много раз внимание обращал, что такая гидра, особенно вот в таких ситуациях, она печальна просто. ГГ, пишет Лейзер. 1-1. Хорошо, сейчас не будет, кстати говоря, с кем-то биться. Должен, по крайней мере. На Америку. Уезжаем в Америку, ребят. Так, НиП Nice тут. Чуварли-то сюда пойдет. Так, что за хрень? Чувак где-то там пропал. Бо-2 же, блин. Так, ладно, Америку погнал я. Сейчас позвоню. Так, ну что, ребят, Небец против Thermal у нас матч начинается. Достаточно интересный такой. Надо переименовать. И НиП Laser, видимо, потом будет у нас матч. Посмотрим ПВТ, готов ли Thermal НиПа закрошить. Так, ну что же, да все, я понял про винты. Ну, нет, я думаю, свои данные. Свои данные, всякие видео в инет заливать не стоит, скорее всего. Хотя, посмотрим. Вопрос просто был как бы в техническом моменте, типа, что с ним. Просто, значит, непонятно, что с винтом. Надо его проверить, может, вообще вирус какой-то был, и все. Вот. Такс. Прокси-факта у нас у Ютермала. Посмотрите, не пойдет вперед адептом. Телепортируется, вынужден назад возвращаться. Здесь циклон приводит, еще Мазеркура даже нет. Вот это да. И бункер пошел. На самом деле очень напряжный билд от Ютермала такой сейчас идет, и может быть плохо Нибу. Есть вторая КСМ резервная, она сейчас достроит бункер легко. Только что же Мазеркор был почти готов. В итоге НиП его что-то отменил. Две пики на Ниба 2-0. Хорошо, что, видимо, не жопу, потому что я на 2 минуты в будущем по сравнению с вами. Так, циклоны уже на рампу погнали. Здесь пилон есть, на пилон заминусовать просто. Оракул минус адепт минус, потому что похоже, что Ютермал 1-0 победит вот в этой карте сейчас. Ой, минус Оракул, здесь пробки выезжают, ГГ. Просто зачизено, развалено просто. 1-0 Ютермал. Ну и теперь не только 1-1 максимум может сделать, в принципе, как его ждем. Захожу к варде. Оп. Отлично. Так, Ютермал уже 3-1 идет. Лейзер 2-2, Cyan 1-3 получается. Nice, Winter у нас особо не играли еще, я так понимаю. А завтра Блайчик будет играть в этом туре. Видите, 22 КСТ, 23 КСТ. Это что по времени у нас? 20 КСТ, это 14:00, насколько я понимаю. А 23 это 17, 5 часов, да, похоже, что... 5 или 6 часов это у нас стартует данный турик. То есть за Блая будем болеть после 13:00 турнира, соответственно, этого. Разрушение командного центра завершено. Смерть на пороге. КСМ готов. Наши КСМ атакованы. Так, ребят, короче. Прошу прощения, Ютермал тут чизеночка врубает, соответственно. Так, что-то тут нип нажок, короче, КСМок. Кровкой понапрягал. Второй пилон на всякий случай считает. Мазер корчик прилетел. А чё ник не хочет оверчашку поставить, не пойму. Марики ушли, Мазер кура захватывает. Так, ссылки на ставки на Блая, они есть что-то? Я вообще не знаю, о чем ты говоришь. Слушай, никаких ссылок на ставки на Блая у меня нет, на самом деле. И... Так, выходит Ютермал. Хорош мазеркор, минус, но... Так, адепт заходит, адепт... Жесть, какой напряг, кстати. НиП успевает в последнюю секунду, собственно говоря, прийти и понапрягать здесь Ютермала, беднягу. Марик не знает, кто ему деться на одном КП, он очень болен. Я, говорит, больной, я ухожу, но не могу уйти. Короче, тут оракул сейчас будет готов. НиП очень жестко. Например, 39-22 по рабочим. По-моему, уже все очень и очень плохо. У Термасика здесь совсем. На Блая ссылок, наверное, ставок, наверное, нет. Не, может, на каком-то сайте есть. Я знаю, вот либо у Неспорт. Другие сайты многие заблочены просто, как бы там у нас. Поэтому надо искать, что там где. Так, 5 КСМок минус. Ну, у нас сейчас в очередной раз НиП. Прилетает оракулец второй. Контролер НиП. Поконтролил. Минка не прощает Минка такого контроля. На самом деле за цеха каминка закопана, даже если знаешь, где она там, за цеха как бы расстояние немножечко, ну, вот, искривляет в том плане, что визуально не очень понятно. То есть здесь вот линия вот эта захвата минка, она в чистом поле, она ты чик, видишь, минка на тебя реагирует, на твою оракулу, в смысле. И ты понимаешь, где она закопана, рейндж ее, то есть на каком рейндже ты можешь, ну, там, на доли секунды входить и выходить, чтобы она не фокуснула. А здесь ты влетела, и как бы ее не видно на цехе, она зафокусилась, и ты просто, ну, уже не успеваешь улететь, получается. Пристройка завершена. Так, ну что, камни пробил у нас Ютермал. Вроде немножечко ожил, но посмотрите, какая здесь экономика. 66-39, короче говоря, здесь по рабочим. Третий Нексус, уже готов блинк. Уже 6 гейтов открыт. Нет, 5 на мэне. Вот он, шестой. 1028 гитов сейчас будет. Фотонки НиП там рабочих пилит на третий. На мэне оверчажей, считает, достаточно. Пилонов добавляет. Ну, сейчас пойдет переварп. Два оракула с ревелэчными. Но это очень похоже на 1-1. Потому что здесь НиП очень уверенно, на самом деле, игру проводит свою. И... Так, Марик минус. Где там что срабатывает? Где-то что-то бах. А вот Марик в стазис попал здесь. Оракул где-то далеко. Здесь подконтролил НиП немножечко, по-моему, Минку минуснул. Или Марик там погиб, короче, какой-то один юнит. А, не, Минка, да, такая черная после ней хрень осталась вообще. 132-105 лимиты, да, варпы идут, сталкер уже 23 штуки, НиП что, сталкерами решил? Ну, сталкера зилками НиП решил убить, видимо, здесь Термала. Еще одну минку зафокусил, отступает назад, один сталкер минус. Здесь очень много сталкеров, и Термала это видит прекрасно, НиП кривые блинки делает, очень... Так, суверчажи поперлись. Один медивак, смотрите, не сбил. Мародер один сесть не успел, вообще обломался. Привет, Стар 93 девятки. Да, все нормально, самочувствие относительно. ГГ, пишет Ютhermal, здесь НиП изи просто. НиП и Laser ПВЗ должно быть. Так. Ну что ж, ждем продолжения, ребят. Всех рад видеть. Помните про поддержос, про подписки на премиум. Сейчас рекламку пильну попозже. И, собственно говоря, большое спасибо, кто от блоки отключает. Подписывайтесь на время, поддерживает меня мой канал. Всем за это громадное спасибо. Так, ну что, ждем НиПа против Лейзера. А Лейзер в игре 6 минут, так что придется чуточек подождать. Так, второй раз типа за все время я выиграл карту против НиПа. Так, короче, да. Сегодня славный день. Так, фрейговую игру, отлично. НиП Лейзер сейчас будет у нас. Хороший такой матч, ПВЗ. Ну, надеюсь, что будет интрига. НиП Лейзер, хороший матч. Здорово всем, Саня, Леон. Да, все хорошо. Все хорошо. Вчера пораньше ушел, сегодня он задержался на после go4sc2. Вообще не собирался этот турик стримить, но потом увидел его и думаю, что да, надо постримить все-таки. Поехали, чуть уважили, там 200 человек просто. Серьезно, серьезно. Завтра на Старлиге, кстати, сейчас я вам скажу, что у нас за матчи будут завтра на Старлиге. Так, попросил хост изменить немножечко у нас НИП, потому что там какое-то восточное побережье, видимо, поставлено было. Так, на Старлиге завтра хорошие матчи. Биала Лайф, Классик Хиро, Мару Статс, вот интересный матч такой. Дирдар, кстати. И Solar Innovation. Очень хорошие матчи. Одна зеркалка. Как-то так. Так, ну что же, Лейзик против Ниба, хороший очень матч, погнали. Понял тебя, Сань Леон. Короче, дела хорошо, это хорошо. А у нас продолжается движуха. НиП против Лейзера у нас матч. Пул первый был. А нет, видите, это не пул первый. Это 17-я хата Газклубу. НиП тоже, смотрите, не спешит здесь. Соответственно. Кстати, НиП играл Нексус первый. Насколько я вижу, у него гей. Тут только адепт строится, а Некс уже качается тут. Очень неплохо. И Лейзер третью хату ставит сейчас. Так, сейчас лишнее все закрою, чтоб не отвлекало. Вот, получается, на что у нас? Перворожденные выстоят. Так, адепт что-то ходит. От Нива второй дом оставить. Что он ходит? Разведывает, ходит, естественно, иллюзиями с вами. Три гейта, Старгейт, три гейта получается с мейна. Экономика очень неплохая. 38-32 по рабочим. Газ на второй базе попер. Ну и что, третий неф, когда у него будет, поэтому берегу. Непонятно ничего. Так, адепт вернулся или нет? Да, вернулся адепт в итоге. Вот он и третий Нексус, как раз два адепта. Один вернулся, один новый. Здесь стоят айлезы, что спорку тут собрался ставить на третий. Да, пошла спорка. Крептума вперед попер. Нип решил, что развалит спорку на изичах. Ну тут две королевы пришли, они не согласны с этим абсолютно. Ни спорка не погибла, ничего не погибло. Так, инъекция в хатку пошла. Второй оракул прилетает сейчас. Ну что, 5 адептов, 2 оракула у Ниба. Плюс 2, плюс грелку делает, плюс 2 старгейта, все это масс оракула, я так понимаю. Масс грелки уже давным-давно никто не играет. Карьеры тоже не играет. А вот оракулы сейчас очень популярны стали. Ну просто в последнее время. Так, самый зрелищный игрок тот, на кого ты поставил, я бы даже сказал, самый потный игрок. Стопудово. Так, с оракулы поперли. По 3 продакшн, да, вот строятся. Четвертый не прилетает, хотя где эти оракулы-то летают? 4 штуки вроде, а не понятно где летают. Так, оракулы накидываются на королев под прикрытием грелки. И нормально здесь они жгут просто. На грелку, на разогрев не порубает. Пытается обнаружить королеву. Здесь королеву обнаружил. Ой, как выжигает дронов. И еще королеву минуснул. Грелка сейчас разберется. Кстати, можно было по оверу. А, овера со скоростью нет, а не пожгешь особо ничего. В это время передроп лингов на мейн плетку на всякий случай не ставит, адепты Мазеркор телепортнулись, такая экстренная бригада на вызов пришла, прилетела, соответственно. Оракулов 8 штук уже. Лимит они побольше, чем и лазеры, и это печально для лазера, естественно. Правда, гидралисков там штампуют активно сейчас. Но здесь уже чаш погнал, пилоны новые добавляют, саплай блока не будет, соответственно. Здесь плюс 2 гита 4 будет. Сейчас еще гиты на пилинге 4 штуки, видимо, будет штук 8. ХТС минус. Так. Ревелейшн стабильно заходит от Ниба. Скоро будет броня. И оракулов добавляет. Еще 3 гейта на мейн, видите, это 7 гейтов будет. Даже не 8, что-то мало как-то. Ну и чар делается на дархе в этом плане. Единственное, чтобы товарходов добавить еще в микс. И вообще будет все хорошо тогда. А вот и еще 5 гитов. 5 плюс 7, 12, как бы, иди сюда. Но почему-то не делает упорно НиП. Так, и четвертый таргет. Что-то упорно НиП не делает этот, как его, архивы темпларов. Которые, по идее, должны были бы делаться. Фига себе, ставительные ловушки, оказывается, могут одновременно срабатывать. Я об этом и не знал. Хороший микос сейчас был со стороны лазера. Несколько поймал оракулов здесь. Ну, 19 дронов минус в итоге. Че, голыми зелками не собрался драться? Не понимаю. Ну, одними зелками-то бред драться. Броня делается на делку. Броня на воздух. Оракулов 16 штук. 4 будет 20. И не пойдет вперед. Он, на него Revelation есть на инфестор, кстати говоря, и гидре. Ну, Лейзеру надо просто сейчас ворваться будет нормально как-то и принять бой нормально. Гейты открыты все. 200 лимита есть, соответственно. Рабочих, правда, больше 75 на 61 сейчас. Ну, у него нет 200. Вот если бы у него прямо сейчас в атаке 200 было, я думаю, на этом тайминге, он мог бы очень и очень хорошо подраться. Так, оракулы с тыла залетели, просто жесть. Не помогли Микоза, ГГ вообще просто разворотила беднягу и Лейзера. Так, что-то я затупил. Так, ну что же, НиП Лейзер, вторая карта, НиП 1-0 повел, вторая и заключительная, потому что здесь Бо-2 у нас, здесь 17-я хата Газпул, здесь Пилунгейт на рампе и Нексус потом. А, карманный Нексус здесь будет. Так, пилю рекламу, поэтому громадное спасибо, кто от блоки отключает. Также помните про подписку под премиум, про поддержку, естественно. У кого желание, возможность есть таковые. Так, ну что же. Доделывается Нексус у Ниба. Готова кибернетка Адепт заказана. У Лейзера две собачки и дроны строятся. Ну, такой самой, ну, то прям мощной экономики, как в предыдущий раз, у Ниба не будет. Но зато Старгейт пораньше будет, я так понимаю. Ну, как-то вот реально сегодняшняя группа, да, вот в этом турнире, пока не было вообще во всех матчах ни одной игры, где, ну, вот равная такая борьба была бы жесткая. Все карты, то если 1-1, то один задоминирует, то другой. Либо 2-0 вообще. Ох, какой ранний лейер у Лейзера, ничего себе. С процентом-то зачем? Ну, это Нидус, похоже. Ранний Роуч Уоррен. Делается Феникс при этом. Савак будет НИП еще добавлять или Лезер, интересно, еще добавлять? Нет. Сможет ли иллюзия? Да нет, до Лейера не долетит эта иллюзия. Ну, НИП предпочел вообще на мейн зайти. Так, ну Лезер предпочел уйти адептом сейчас. Так, второй адепт приходит. Да, два адепта уже у НИПа здесь. Сюда делается лейер, кажется, НИП не особо не заморачивает. 4 роуча я вижу. Оп, это фейковый нидус, потому что сначала вы видели, НИП инфестейшн хотел ставить. Похоже, что он отменит сейчас нидус и запилит инфестейшн, да? Или нет? Нет, смотрите-ка, вот наглец-то. А чё он инфестейшн сначала хотел ставить? Пошел в наглую нидус от Лейзера. Здесь один оверчаш есть. Он с этого... Не, да, нидуса должен доставать. Выставил уже оверчаш. Не, только королеву доставить. Что за нелепость вообще? Одну королеву поднял НИП, сейчас вторую поднял. Три королевы уже погибло. Падают руч, падает все вообще здесь. 3-4-23 по лимиту. Рабочие помогают драться. Сталкер вышел. Это ГГ, ребята, 2-0 НИП изи называется. Просто изи. Хотя сейчас королева еще бы одна вышла бы. Может быть, она могла. Ушатала, он тут грелка подлетела и растоптан, короче. И Лейзер НИПом здесь почему-то. Как-то без вообще он хитростно сыграл. Ну и похоже, это последние игры вообще на сегодня, как бы у нас тут практически. Потому что Винтер сдался, Nice еще остался. Не знаю, кто там с Найсом еще будет играть должен, кто-нибудь там с Найсом играть еще. Тайбрейк может быть, говорят. Ничего себе, что это за тайбрейк такой интересный. Какой-то тайбрейк может быть, говорят. Ниву оффлайна ушел куда-то там. Так. Так, кажется, у Лейзера там с кем-то наравне очков как будто было. Так, ладно, стоп-старт делаю, короче. Через 2 минуты вернусь к вам, пацаны.